Доброго дня, мы из Украины. Смотрите, писало распоряжение о комендантском часе с сегодня с 23:00 до понедельника 5 утра. Что это будет означать? Это означает, что перемещают, ну, как комендантский час, все ограничения с этим связаны. Прошу запланировать объезд города через, у нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена, если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных случаях нет. Значит, у нас там 3 международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, то есть, честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно, недалеко около дома, дети во дворе тоже можно, просто старайтесь находиться дома. В принципе, все. Давайте к хорошим новостям. То есть, заметили, что сегодня и вчера не было прилетов С-300. Ну, замечательно. Спасибо ЗСУ, то, что они достали этот дивизион. Надеюсь, и дальше так будет. Поэтому это... И давайте немного о мифах, которые там разгоняются. Тут минируем, что-то мы будем делать. Мосты разводить не будем. Нападения не будет никакого, не пахнет. Нападают наши. Угрозы никакой нет, окружение не пахнет, это невозможно. Вот. Даже если они там собирают какие-то войска, то это там за 15 число, то есть я буду информировать. Поэтому отнеситесь с пониманием, на выходные город будет закрыт, все находятся дома, закупитесь едой, водой. Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Районы будут на отработке. Вежливо прошу относиться к правоохранителям с пониманием, то, что это нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо. Разом до перемоги.